Так, ребята, у нас есть кошка, которая прикидывается, что он теленок и кушает трава. Ну, это хорошо. А еще у нас есть эта собака, одноглазый, называется Динамит. И это, у него есть друг Симба. Симба такой этот, игрушка мягкий. Ну, сегодня мы с ужасом обнаружили, что Динамит, наверное, голубой. Видите, у него такой это, пинг называется, это, да, цвет это. Ага, такой, такого цвета друг появился, вот эта игрушка любимый. Раньше не замечали за ним такого. Так, пацаны, у меня есть знакомый ефрейтор в отставке, который на ходу в тайге чинит колеса. И вот это, а еще есть у меня это, как называется, ну, блин, не аспирант, а мастер, короче, академических наук по тормозам и тормозным колодкам. И вот его часто спрашивают, видите, вот это новый ставит на ходу, тоже вот так это подметки рвет. И его спрашивают, вот, дорогой товарищ, объясните, как это, тормоза, когда нужно менять. Ну, многие не знают, лохи люди просто это, ну, полные там это, нихера не разбираются, короче, и надо им помогать. И объясняешь примитивно, видите, пацаны, есть накладочки, вот видите, и в них есть риска вот такая. Если там от риски уже там совсем мало осталось, да, это, ну, пора задуматься, ага. Ну, а есть крутые водители такие вот, как это мой знакомый ефрейтор в отставке. Короче, еще один метод есть. Когда это вот от накладочек уже вообще ни хрена не остается вообще, короче, пропадают накладки, и сварка на них пропадает, и то все. Ну, и, короче, когда едете, это все шумы уже кончились, и просто искры, тупо летят искры, вот так фейерверки у вас. Тогда уже пора менять. Тогда уже и барабану этому конец, наверное. Ну, напильником можно его поточить, вот как... Мудрый дядя Вова так. Ну, потом уже однозначно, надо уже ставить новые накладочки. Ну, вот так, теперь вы знаете, как нужно ездить, до какой степени это можно износить накладочки тормозные. Сволочи, блин, сзади маленькие, спереди большие. Потому что сзади там в барабане еще одни есть такие обычные, знаете, это, ну, с наклепками. И еще дополнительные вот эти накладки. А впереди огромные. Ой, сейчас покажу. Ну, я очень такой радостный и довольный, что это самое, что передние хоть не надо менять. Видите, я снял, посмотрел, они еще как новые. Значит, их, наверное, меняли, а задние не меняли. Козлы продают мне автомобили, где не помененные накладки, блин. Блин, всего 5 лет-то проездил, елки-палки. Ну, неужели они не могли поставить накладки на 10 лет или что? Ну и чего, что я много грузов возил, там и контейнеры, и всякие избушки, и то есть. Но все равно, блин, хотелось бы, чтобы они дольше служили. И резина, блин, лысенькие сзади становится. Надо менять, пацаны, надо ротейшн делать. Потому что передняя еще хорошая нагрузка. Видите, это же пикап, в нем грузы все, это прицепы давят на заднюю ось. Грузы давят все. Это задний быстрее значится, это ротейшн. Ну, ротацию, короче, надо делать. Кто бы делал, кто бы менял, блин. Надо найти знакомого. Помните, еще одного военного, чтобы он мне колеса и тормоза вовремя делал. Ну, вот такие вот дела, пацаны. Ой-ой-ой, все работы срываются, потому что техника не ходовая оказалась. Ой, земля под ногами горит, надо работать, 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 пацаны, работать. Только это, блин, короче, работа приблизит нас и увольнение в запас. А ни хрена не сон, как вот у Динамита, никуда он его не приближает. К охотничьему сезону, может, только на гусиков скоро. Так, ну вот еще немножко поработали, видите, дровишки убрали, так прибрали немножко, в дровник их не хочется, потому что дровник я буду сносить, поэтому временно так кучу эту безобразную убрали. Так, ребята, загадка, нужно отгадать, вот что делают эти желтые вещи. Ну это вот курточка от дождя, видите, вон штанишки и даже купюшон. И вот угадайте, зачем они здесь висят. Вот вы думаете, дядя Вова под дождем ходил, наверное, счастливыми губами ловил эти дождинки теплого дождя, капающего с неба, и читал там это... Захлеб там это, или вот это ходил и кушал эти вишенки, эти дикие, пинчери называется. Это, ну, кислые, медведи их любят, везде растут. Или, может, думать, он по грибочке пошел. Где тут грибочки? Ой, смотрите, кто-то сбил, блин, такой кирисивый был, вот такой вот хотел вам показать, видите, такой был. Это уже старенькие, все, уже капец, быстро они тут на солнышке это. Вообще много, по периметру так найти можно набрать на жареху. Итак, ребята, вот это желтый костюмчик от дождя. Ну, вы сами знаете, зачем я уехал из прекрасной России в эту долбанную Канаду, чтобы ковыряться в говне, извините меня за грубость. Лазил в дерьмо, пацаны, в септик лазил, лазил в септик. Пригласил специалиста, говорю, давай откачай, брат. А это, оказывается, Кен мудак такой, он это сверху насос поставил, и сверху вот это всегда откачивал, откачивал, а внизу вот годами, годами, знаете, или там декадами, блин, это,
постировалось все, блин, хрен воткнешь эту палку, даже так до того было. Ага, помучились, и это он плюнул, чувак уехал. И еще там, знаете, он взял сюда, запихивал сюда мешок полный со стекловатой, типа инсуляции, этот мешок сюда упал, и все это разбухло, и это самое, ну, представляете, да? И вытащить его невозможно, потому что это, ну, огромное такое все. И поэтому была такая операция, вот это, короче, и, короче, это лестница, вот, короче, вот вилы вот такие вот загнутые, и дядя Вова как чмо там в говне воняет теперь, блин, вот этот насос, это, блин, ага. Дядя Вова воняет, в смысле, ну. Ну, что ж поделаешь, она вытащил, блин, даже мне неприятно показано. И потом я, короче, воды налил, все это разбил, это все, то все. Короче, чувак подъедет, потом выкачает, и все будет у нас новенький чистый септик. Ну, а потом мы уже сделаем насос на дне, поставим, чтобы все было чики-чики. Вот так вот, вот так вот. Итак, операция дерьмо и успешное преодоление. Ну, а если вот это забредут люди на наш канал, которые с нами не знакомы, и спросят, их стоило уезжать это из России, чтобы в дерьме ковыряться, стоило, пацаны, очень даже стоило, блин. Пусть в дерьме, пусть в Африке, но стоит, пацаны, стоит. Смотрите, какое небо, какая красота. А пойдем, курочки, на корм, потом газонокосилку заведем. Как поедем, как покосимся. Ох, там сенокос у меня был, я же вам не показывал. А знаете, неохота, пацаны. У меня две косы такие есть, это. Ну, хотелось так раз, как вот снял, там это, как косит, короче. А потом сразу комментарий. Во, блин, как настоящий русский мужик. И это, ну, а мне неприятны такие комментарии, потому что это ошибочно. Вот так мы считаем, что мы русские, у нас только березки, там все, это косари, коса, и косить, пока роса, и все такое, это типично наше русское. Нихера подобного, пацаны. Когда мы еще это в кусты срать ходили, лапти вязали, народ уже в других странах косил и изобретал такие косы, которых у нас еще и до сих пор нету, а у них уже 200 лет назад были. Но очень эргономичные такие, знаете, таких в совке я, честное слово, не видел. Ага. И поэтому не будем приписывать нам все эти доблестные достижения буржуи, они и 100, и 200, и 300 лет назад утирали нам нос. Поэтому наши бары и ездили в Парижу отдыхать, а не в Мухосранске. Ну, смотри, какие ласточки, однако. Все, пацаны, вперед, работать, как завещал великий дедушка, который в мавзолее лежит, которого никак не выбросите, блин, дурака такого.